think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, пока потренировался, пока сейчас рендерю вам вчерашний стримец. Ну, немножко вырезки решил поделать, зашел на немку. И, как я вчера говорил, сегодня у нас есть набор, и придется нам в усиленном темпе копить 1100 самоцветов. То есть никуда не денешься. 37 минут осталось, пофиг. Фигачим полным ходом. Нам надо сегодня забрать этот пакет. Сейчас посмотрим, что еще по акциям. Вчера еще плюх получил. Забрали мы. Так, нормально. Забрали мы с шарика плюшки здесь. Ну и как обычно, мне здесь нужна Фрея. Очень-очень. Прям, ну очень нужна. Сейчас попробуем по максималке нафармить. Может получится по Берику у нас это дело сделать и забрать этот пакет. И если вдруг чудом мне повезет и четвертый раз выпадет 31 осколок, ну это будет просто эпично. Ну также я их дособираю частично в фонтанчики, которые открыли. Ой, блин, аж пресс болит. Сегодня решил не тренироваться, но все равно потренировался, немножко сделал скручивание на боковые и понял, что после колесика, ну его нафиг. Надо что-то другое будет заменить, прописать все тренировочки. Так, воу-воу-воу-воу, ничего себе, смотрите, сколько плюшечек подлетело. Это первая порция плюх. Четвертая карта. Четвертая карта, это хорошо. Сейчас мы заберем еще вторую порцию плюх. Так, это можно попродавать. Это можно открыть. Это можно на ком-то использовать. Так, кого там я хотел качать. Фрэнка следующим. Ну, закинем на Фрэнка все. Освобождаем побольше места. Так, Джей волна нам пока не светит. Так, отлично, видосик дорендерило. Надо будет потом его глянуть. А я такую вырезочку вам сделаю. Те, кто не может посмотреть стрим, хотя бы частично увидят то, что вчера творилось в чат-рулетке. Это было весело. Те, кто были, те знают, о чем я. Знают, про какие я лайфхаки говорю. Блин, что-то подхрип аж. Надо кофейку бахнуть. Так, отлично, поехали в рейды. Попробуем по Берику зафармить. Так, что я выпустил так всех. Хорошие герои уже, можно даже, в принципе, я не показывал. Я вчера качнул вот хранилище, может кто-то заметил. То есть у меня уже 3500. Ну, я планирую до 5, были здесь молоточки свободные лишние. Я их заюзал. Так, давайте сделаем такой вот лайфхак. Потратим 10 самиков, они, в принципе, никакой нам погоды не сыграют. Блин, надо, кстати, магию, а то я что-то втыкаю. Нам надо ж магию качать. Так, у нас все строители заняты, понятно. Ну, хоть что-то пока качнем. Так, забрали, поехали, обновляем. Блин, надо дофига. Реально дофига надо. Блин, не падают квесты, вы что, гоните, что ли? Вы хотите сказать, что я не наберу за 2 дня? Плюх, что ли?
636 самов. Так, добираем сумочки. Кстати, сумок тоже офигенные. Итемы падают. Поехали. Посмотрим, что тут у нас с этими плюхами. Девять триста. Такс. За вход надо тоже забрать, кстати. Так, что нам сегодня дают? Stand order. Стоп, каких-то этих. Сейчас посмотрим. Так, это понятно. Какая-то фигня, короче. Понятно. Что это такое? Понятно. Базар пакеты. Мы видели. Что по ивентам? Ничего так. О, ничего себе. Это однозначно надо пробовать. Забирать. Считайте, 200 сейчас получим на халяву. Блин, ну печально, печально реально. По самых сегодня что-то. Но я попробую в любом случае зафармить сейчас. Такс. Что у нас есть? Давайте будем определяться, что у нас. 760. Блин, ну в принципе один квастик. Давайте сейчас по бырику попробуем его зафармить. Может, действительно повезет. На подземке в основном-то и не бегал. Надо будет тоже побегать их. Один квест, в принципе. И мы забираем. Должны, по крайней мере, забрать. Так, опять магию использовать. Опять рейды. Мы побежали по бырику. Классная водушка тема, вот реально, ремки, конечно, не хватает, хотя бы 2-3 ремки на аккаунт, вообще было бы изи на многих локациях, все. Но, к сожалению, как видите, у меня воодушевлений дофигища, а вот ремочки пока ни одной нету. Так, отлично, забрать. Классная тема, кстати, что сделали, сменки добавили и возможность получать их за то, что ты пропустил. Но надо вовремя забирать. Так, отлично. Добиваем этого. Нам останется, наверное, только ресурсы еще получить. Может и нет. Все отлично. Так, ну дайте, блин. Нам надо всего лишь ничего. 300 самиков. Отлично. Отлично просто. Триста самов забрали. Так. А нам надо 1000, если я не ошибаюсь, 1100. Еще надо где-то надыбать. Сейчас я попробую, ребятушки, посмотреть рекламку, даст оно самики или нет. Ну, в общем, таким вот образом реально в день можно свободно 1000 самов, то есть, ну, даже больше, за месяц можно свободно 30-40 апать. Если брать Тайвань, к примеру, так апаться, то на Тайване вы в итоге получите там за 3 месяца зефира свободно. Либо по 5000 самоцветов раз в неделю наборчики. Это там вообще изи просто будет собрать многих героев, не только зефир. Ну, все зависит, конечно, от сервака. Так, отлично. Поехали, смотрим. Дали плюхи? Ой, отлично. Все изи просто, четенько. Сейчас будем с вами. Так, забрали еще плюхи. Базар маркет. Забираем получить все. Отлично.
Так, что у нас вообще по огнику делается? Там 168 осколков. Отсюда у меня прилетит еще сегодня. 171 будет в итоге. Так, поехали. Четвертая карта, ребят. Ну, конечно, я отсюда не отказался бы от космо. Да, это от любого... Не, кроме землеройки. Так, не хватает места, понял. Пятые сундуки. Сменки. Ну, такое себе упало, но книги, в принципе, круто. А, так, скин. Вот реально, кстати, посмотрите внимательно. Скины вот на Фена можно собрать и на других героев без проблем. Эта акция идет раз в неделю на немке. Скины, осколки, фобушка. Королева Ос. Что, в итоге мы что-то собрали? По скинам. Вот, пожалуйста, на королеву Ос. А, мы уже собрали даже ее. Зря только качнул. Так, ну поехали с этого. Чик! Плюс 4. Не получилось, блин, 31. Итого 175. Ну, в принципе, тоже неплохо. Розочка. Ну давай, 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 давай имбу. Давай имбу, надо имба. Блядь. Какой нафиг трифит? Какой нафиг трифит? Ну что это за дичь, блин? Блин, такой шанс. Такой шанс. И падает какой-то, блин, долбанный трифит. Нафига мне он? Он у меня уже есть. Пипец. Испоганили, короче, все. Я уже расстроился, что 4 осколка упало, а тут на тебе, еще круче. Ладно, это все такое. В общем, такие вот дела, ребят. Позабирали мы плюхи, ну, как видите, по-разному, конечно, бывает. Ну и на этом хорошо. Трешуем дальше, пробуем собрать. Огник, конечно, здесь очень нужен. Что у меня по ресурсам? Книги на прокачку есть, слизни, я думаю, мы соберем. К тому времени на эволюцию. Камешки у нас есть для прокачки. Талантик единственное надо будет выбить. Такие камешки тоже, в принципе, для прокачки есть. В принципе, будем пробовать. Будем пробовать его качать. Я пока ресурсы не трачу. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.